вечер, уважаемые слушатели. Сегодня в моей программе прозвучат в основном тоже авторские пьесы. Несколько композиций я сыграю известного московского композитора Александра Винницкого, он джазового, может, его знает. Музыка будет в основном в джазе, с элементами блюза, фанка, рока, фьюжн, латино. И вы, наверное, заметили перкуссию здесь вот в ногах. Это для ног. Это вот я недавно начал с ним заниматься. Тут шейкер, тамбуринчик, кабел. И вот этот чаймес. Такое изобретение пока в таком виде. Будет помогать иногда в концерте. Начну композицию с пьесы, с такой с ранней пьесы, наверное, вторая пьеса, которую сочинил, называется «Куба». Thank you.
да, можешь делать. Далее прозвучит композиция бразильского композитора Антонио Карлоса Жобима. Называется пьеса «Большая любовь». Аранжировка сделана Александром Виницким. Thank you.
левел, да, эффект? Добавил. Левел, да, эффект? Добавил еще. Сейчас медленно. Александр Винницкий, блюз.
Далее прозвучит авторская композиция под названием «Рассвет». Thank you.
далее прозвучит композиция, где вот использую такой инструмент, губная гармошка. Буквально одну ноту, имитирую поезд. Я сыграю свою первую композицию, написанную 10 лет назад. Это этюд. Thank you.
рельс сходит поезд экспресс. Сейчас сыграю битловскую тему, называется «Люби меня, Лом», иду из альбома «Please, Please Me», с которого все и началось. То есть я сначала подобрал мелодию, потом у меня была дома мажорная гармошка, пробовал с ней, придумал там один бубен, и дальше стали дополняться очередные инструменты, перкуссии. Thank you.
Осенний блюз.
Ну, вообще, вот я на этой гитаре с железным струнным играю месяц. Мне очень нравится звук, поэтому я стараюсь на ней в последнее время выступать. Инструмент непростой, честно говоря. Я рискну, сыграю на ней свою новую пьесу. Энергия солнечного дня.
сыграем пьесу Александра Винницкого под названием «Самба».
тогда тоже с такой драйвовой вещи, чтобы не просаживать концерт. Пьеса называется «Инспирация». Не, это не Gypsy Kings. Thank you.
следующая пьеса, как мне кажется, такого этнического характера, русского, во всяком случае, мне так кажется. Хотя многие слышат в этом что-то кельтское, но это, в принципе, и не удивительно, потому что этника, она всегда близка. Старинная, медленная. И пьеса, которую я завершу свое выступление, не знаю, к какому жанру ее отнести, мне кажется, что это тоже что-то русское, называется «Плакучая ива». Thank you.
Мы хотели что-то втроем сыграть, да? Так, как бы сейчас, погоди, да я стул возьму. Стулья какие-нибудь поставлю. Ты в той линии, в какой-то воткнут. Вот эта гитара.
Thank you.